После того, как мы основу для головы сделали, давайте сделаем вот тут усиление такое, ребро. Бороду. Для этого мы сейчас пойдем вот сюда, возьмем mask pen и, зажав shift, начнем тут просто рисовать такую бороду. Если мы хотим поправить, убрать, то это Alt зажимаем. Важно отключить перспективу. И, ну, сейчас я сделаю чуть побольше. И зажатым шифтом попробую еще порисовать тут более так-то. Так, теперь можно это дело повернуть, посмотреть, ага. Вот тут еще не все. И на лице, я думаю, что тоже будет какая-нибудь. Вот так я и знал. Shift. Закрасили. Отлично. Так, поворачиваем его. Теперь смотрим со всех сторон нормально. Двигаем. И сейчас у нас есть такая возможность пойти в Subtools. И вот здесь есть экстракт. Выглядит он вот таким образом. То есть вот это мы толщину зададим. Сейчас 4 примерно или 5. 4. Вот так 4. И здесь мы его немножечко смягчим. Это, оно должно, по сути дела, выдавить сейчас. Вот оно получилось. Еще раз экстракт. И теперь можно немножко побольше. Так, так. Экстракт. И акцептируем. Акцепт. Далее мы сейчас Shift зажмем, выделим выделение. Потом Alt-ом выделим вот этот момент. И тоже снимем это выделение. Весьма какая-то запутанная штука, но так вот надо, чтобы это появилось. Вот так мы видим, что да, у нас появился Subtool, с которым мы можем работать еще. А нам нужно поработать, чтобы как бы ее сейчас мы возьмем вырезалку, отрезалку. И вот здесь с помощью Shift и Ctrl. Так не получится. Нам придется вот отсюда вести. Так. Нажмем коротко закругление. И отпустим. Вот так. Мы вырезали очень хорошо здесь полосочку. Отлично. И теперь сделаем то же самое. Не забываем ставить. Так. Теперь надо в обратную сторону, потому что эта тень показывает нам, что будет отрезаться, по сути дела. Вот так. Здесь тоже сделаем. То есть я Alt зажимаю, и он начинает делать всякие загибульки. Так. Ну, не получилось. Назад. Здесь Alt. Так, здесь.
Все оно, конечно, не очень удобно сделано. Трудно что-то толково отрезать. Ну, вот так. Ну, а теперь я бы хотел саму эту отрезать. Саму эту сферу. Попробуем сделать то же самое здесь. Нажмем. Подвинем. И отрежем. Да, получилось. Отрезалась эта сфера тоже. То есть вот таким образом можно выдавить полигончик и сделать из них такую окантовку. Хорошо. Запомним это. Тут главное не забывать вот это вот выделение, чтобы саб-туб получилось. Я еще не толком не понял, как. Ну, вот повторил, сделал. Теперь вот записал себе на память. Всего до следующего видео.